История моей вожатской деятельности началась, когда я в первый раз поехал ребенком в лагерь. Там меня встретила моя первая вожатая, Алевтина Викторовна. Какой хорошенький ребенок! Будет командиром отряда. После этого Алевтина Викторовна повела меня знакомиться с отрядом. Эти, кто меня слышит, хлопните раз. А кто меня слышит, хлопните два раза. Так вот, дети, у нас новенький. Познакомьтесь, это Филя. Филя, выходи. Здрасте. За обедом я встретил ее, свою будущую напарницу. Ну и пусть она была яйцом, я тоже был необычным ребенком. Привет, я Катя. Иногда мы с Катей в свободное время уходили к дереву желаний и мечтали. Представляешь, когда мы вырастем, мы тоже станем вожатыми. Я слышала, что есть лагерь «Гадкий утенок». Он самый лучший. Там в столовой не дают виноград, а дают гуся, а точнее чудные котлетки. Представляешь, мы с тобой будем есть котлетки. В этом лагере бесплатная форма, даже значки бесплатно дают, есть бассейн, КСЦ и, конечно, большая зарплата. Но есть одно но. В этом лагере проходят утренние планерки. Ну ты же знаешь, какие мы девчонки по утрам. Я пока умоюсь, накрашусь, прически там разные. Ну короче, давай ты будешь ходить. Давай по очереди. Ого, ты такой милый, что я уже почти согласилась. Хотя нет, подожди, надо подумать. День через день здесь глаза не накрашу, пораньше встану, скорлупу не протру. Ну, ладно, давай по очереди. Ага. Но если кто спросит, мы с тобой не встречаемся. Да, договорились. А когда я вырос, я встретил бывалых вожатых. А ты знаешь, что в лагере «Гадкий утенок» идет набор на лето? Как? Уже? Сейчас же только апрель. Я не прошел школу вожатых. А вы вообще кто такие? Мы – легендарный вожатский отряд. Бабы, мы работаем в лагере более 800 смен. 800 смен? Он даже метод у себя на груди наколол. Метод-кабинет? Все думают, что наш лагерь славится котлетками из гусыни. А наша фишка – это яйца всмятку. Нет, не показывай. Я не люблю яйца всмятку. За все время, отработанное мной в лагере, как только дети меня не называли. Петр Анисимович, Анжелика Алексеевна, Андрей Федорович, Балит Геннадьевич, Юлдиз Бабадусовна. Эй, ты! А на самом деле я – Филипп. Филипп Киркоров.